Почему бы вот, к примеру, так, белая фигня. О, Киара, воспоминания о Коннахте. В недрах Бингулбань спят фении неукротимые под защитой чар. Феями околдованные, неумолимому времени неподвластные. Встаньте из курганов своих, войско фей призовите на помощь. Как было одной лунной ночью, когда видела вас во тьме малое дитя. Кажется, сюда куда-то. Нидингов снято. Снято, это хорошо. Так, теперь надо вот туда, на остров. О, еще, кстати, точка тут есть. Короче, сюда. А ближайшее что сюда. Корабль вызовет. Кстати, монастырь недалеко. А это вообще неплохо. Это уже другая территория. Кстати, торговый порт какой-то еще, что там еще может быть? Торговый пост. Птичка, торговый пост рядом. А здесь у нас, ну-ка. Пускай набирается еще. Yeah.
Помоги мне, скорей! Thank you.
пора на корабль! Сюда сгонять, здесь до конца все зачистить. Сколько там припасов для торговых постов? Прилично уже. Хотя немного. Парус поднять! Поменьше. Давай продолжим. Викинг какой-то нужен. Хорошо. Тебя прислал Ньорд, чтобы отправить.
отправить эти опаленные солнцем кости на дно? Хватит ли тебе отваги сразиться с тем, кто трижды проклят судьбой? Сейчас я трижды прошарю здесь все, и трижды можем сразиться. Сюда надо будет сгонять. Ну давай. Сохранить. Сейчас мы тебя молоточком-то подрихтуем. Ну-ка. Просоленный воин, ты долго здесь прожил? Я взываю к хозяину морей так давно, что почти охрип. Но он лишь посылает мне рыбу и другую пищу. И вот пришел ты. На что ты так сильно жалуешься Ньорду? И при чем здесь я? Я разгневал богов и был выброшен в море за свою гордыню. Торгест решил, что я погиб, и уплыл от меня прочь. Торгест — старый король Дублина? Отправь меня в объятия Ньорда. Я не в силах сам броситься в волны. Даруешь ли ты мне достойную смерть? Конечно. Давай. Этой ночью ты ляжешь на дно. Бой будет честным. Я должен заслужить смерть. Ньорд, это смерть для тебя. Твоя смерть.
Один рыбак обещал, что я обрету у моря покой. Знай, из дружинников Торгиста уцелел не только я. Так, что, кстати, там с сундучком у нас? Неплохо уже заполнился. Надо будет идти торговать потом. Вот до этой херни я точно справлюсь, успею. Убавить парус! Какие у нас посты есть? У нас 5 даже постов. 2 с одеждой. Причем полностью улучшенные. Здесь надо дом для работников запилить. И здесь тоже. В первую очередь. Сначала поторговать с этой. Потом вернуться сюда. И сокровища здесь доделать. Что их 4 осталось. Одна тайна и одна белая херня. Добывайте припасы для торговых постов, набегах или торговли. Припасы нужны для строительства на торговых постах. Короче, порочный круг. Не, по сути, если долго сидеть в игре, и там, я не знаю, что-то делать, там просто биться, или шкуры собирать, или ту же руду, можно накопить вот этих припасов, все эти заказы сделать. Хотя, если все заказы сделать, то останутся эти. Как они называются? Припасы для торговых постов. Уже все торговые посты будут построены. Кстати, где эта херня? Вот сюда. Вот, наконец, и его. Из Ахалуаня стали привозить отменный эль. Могу сказать по опыту, что это опасный груз.
Никогда не видел, чтобы его довезли, не потеряв где-то бочку-другую. Мои люди знают, что их ждет за кражу товара. Груз будет цел, мы разбогатеем и выпьем на радостях. Многие земли хотят наших товаров. 60 тканей, 30 книг. Египетские наручи. 40 книг просто за пуста. 80 тканей, 25 книг. Египетский шлем. Книги уходят быстро. Какой-то книг уже что-то не осталось. Написаны египетские штаны, штаны. Еще книг не хватает. Книг не хватает. Книг. О! А это что? Ну-ка давай-ка соточку. 40. Понятно. Может, достаточно? До встречи. Что у нас по припасам? 540, ну неплохо. Значит, склад пока нет. На увеличение это прибыли, что вот эта херня, слоновая кость. Так, сюда и сюда сейчас я смотаюсь. И дом для работников сделаю. Теперь делаю в два раза быстрее. Теперь сюда. Добыча ускорилась.
Так, склад. Так, на склад не надо, а вот он. Глянем. Значит, сотка стала. Такую же херню надо будет за сотку сделать на бухле. Но на книгах 200 и так зашибись. Так, ну теперь погнали дальше. Нам нужно сюда. Даже тут еще что-то есть. Голубятник. Послание от местных королей ждут вас в голубятнях. Голубятни можно найти по всей Ирландии. Ни одной не видел еще. Валор, предводитель Фоморов, мертвый жар горящего солнца, рожденный вблизи и страдания, кровавленное дитя, сын Буара и Неха, было названо Валором, сталым героем Фоморов. Валор вопит ненависти и ведет своих сородичей вперед из глубин Фоморов. Владык камней и гнили, создание несущих болезней, отчаяния и смерти, погибельное воинство хаоса, вечных врагов Туата и Де Данан. Кукулин
глубоко пронзил спину Балора, оставив гниющую рану. Но Балор так и не пал. Он обречен сражаться, лично демон Ишур. У тех, кто причастен к тайнам природы, о духе воды и мха. Исцелите мою дорогую жену, чтобы не приходилось ей так страдать. А мы принесем вам корень тысячелистника, ягоды омелы и утреннюю росу. Стражников.
придется подлатать. Здесь мне точно не рады. Осторожно. Так просто ужасно. Тор дал мне сил. Много добычи. Нужна дружина. Покажем ублюдкам! Эй, подойди-ка сюда! Сокровище! Нашли все, что хотели. Пойдем. Так, что надеюсь, все. Нет, еще что есть. Так, на островок сюда, потом сюда. Вот еще. Понятно.
А синяя херня еще. Синяя. А, вот она. Значит, на птицу. Три сокровища и синяя херня осталась. И у птицы, кстати, здесь. Вот. Если бы как-то вот, вот эти Йомс Викинги и Ярко отличались. Они как-то вообще не отличаются. И больше концентрируешься на героях. Тут нужно быть осторожнее. Само собой. Thank you.
жесткие ребята, кстати.
барахла немножко есть.